Здравствуйте, вы смотрите «Медиа Информ». Как всегда, в это время в студии Валерий Семенович Бетенский, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Украины, и Константин Валерьевич Шевченко-Бетенский, кандидат медицинских наук, доктор философии, зам декана факультета постдипломного образования Одесского медицинского университета. Я еще не привыкла проговаривать такой долгий у нас титр. А к нашим телезрителям. Тема у нас сложная сегодня, но обычно после программы вы звоните и спрашиваете, как бы записаться на прием в клинику невроза. Вот телефон все время будет стоять. Запишите, пожалуйста, телефон, чтобы вы потом, так сказать, не пытались думать, что он какой-то тайный. И Пастера 22. Я сразу объявляю. Как вы думаете, кому просят записаться на прием? К нам. Константин Валерьевич. Конечно, да. Да, он выглядит более добрым, это вот, а вы выглядите это вот. Я просто должна зрителям сказать, что Валерий Семенович здесь, он здесь ученый, поэтому он раздражен состоянием науки. А когда он в клинике, это сама доброта, нежность и ласковость. Это я свидетель тому. Итак, мы проговорили. Это вам повезло. Это мне повезло. Да. Нет, я знаю, я была на приеме, так скажем, со стороны камеры. Мы говорим сегодня о сложной теме, но начнем с невроза, потому что мы говорили с разных точек зрения. С точки зрения любви, с точки зрения, в общем, разные. Базово. Невроз. Клиника неврозов. Константин Валерьевич, к вам невроз. Академический расклад. Академический, да. Вот академический для зрителей. А невроз. Почему мы, в общем-то, всю нашу профессиональную деятельность посвятили именно неврозам? Потому что считаем, что невроз — это бич тысячелетия. И еще Фрейд начал говорить, что начиная с 30-х годов количество невротиков будет увеличиться в 50-100% ежегодно. Но сейчас считается, что это вообще бич нашего века. Опережает онкологию и опережает даже сердечно-сосудистые. Более того, депрессия на втором месте по количеству, это считают соцработники, сколько ты пропустил рабочих дней вследствие там определенного заболевания. И вот шизофрения, депрессия на втором месте после, по-моему, ДТП, а именно травм, который человек пропускает из-за, то есть, там, переломов и так далее. Да. Ну, то есть, когда он физически не может ходить, да, то второе место. Депрессия это на втором месте. А невроз, что такое невроз? Невроз — это психическое расстройство, которое является в первую очередь психогенным, то есть причиной является психическая реакция на какой-либо стресс, конфликт внутренний, либо конфликт внешний, и не сопровождается какими-то психотическими явлениями, то есть там бредом, галлюцинациями, там какими-то снижением интеллектуальной деятельности и так далее. Как правило, в 90% случаев, 99% случаев сам пациент понимает, что что-то с ним происходит не так. Это важный момент при диагностике невроз. В нашей стране нет, но в порядочных странах европейских и американских они сразу же идут к нему. Мало того, не к психологу. Вот это важный момент, а к психиатру. Очень важно. Более того, они, если попадают к психологу, психолог говорит: это не мое. Хороший психолог, да, правильный. Идите к психотерапевту. Нет, любой психолог на Западе не берется, если он не имеет медицинского образования, никогда не возьмется за лечение. Ведь они... Это прокуратура. Да, там все, там же это за этим все следят. Очень серьезно. Они, если берутся не за свое, и человек, не дай бог, совершит суицид, потому что он не справился с ним, и по истории болезни ставится... Да нет, ну просто невроз, если даже тюрьма. Обратиться с жалобой больной, что вот я лечусь, а эффекта нет, то и ты не имеешь врачебного диплома да. И лечишь невроз, то какой бы ты ни имел психологическое образование,
к сожалению, это очень серьезно. Невроз возникает у нас, в нашем обществе, в большом количестве из-за того, что мы постоянно с каждым днем встречаемся с какими-то новыми стрессами, и темп жизни увеличивается. Идеальное для нашего общества состояние — это вот, иногда показывают дауншифтеров, это людей, которые там, рантье, да, которые сдают себе свое имущество и сами живут на Бали. И вот это вот идеальное состояние, когда человек ни о чем не думает, у него где-то денежка какая-то капает на карман, он живет себе свое удовольствие, там, тренирует людей на серфинге кататься, вот на песочке, значит, в каком-то лагуне. Вот это идеальное состояние на данный момент для человека, который живет в мегаполисе. Но и представьте себе сейчас нашу жизнь, которая, насколько она далеко от этого состояния, которое я только что рассказал. Да? Это такой себе вообще абсолютно не домик в деревне. Да? Да, это скорость жизни бешеная, ты где-то что-то не успел, за тебя уже все сделали, и отнюдь это не принесло тебе желаемого результата. Люди спят меньше. Люди перестали получать удовольствие от жизни. Большинство людей становятся рабами своей специальности, своей работы. Все контролируется, все находится под определенным колпаком и психологическим давлением. Мы включаем новости прямо с утра. Стресс с утра. Начинается сразу, да. Отнюдь не с чего-то приятного, не с улыбки, а с того, что там... Упали, ну, самолеты, конечно, да. Где-то взрывы, где-то землетрясения и так далее. Все это до поры до времени не приносит нам чувственного сильного дискомфорта, пока по Александровскому мы имеем барьеры, благодаря которым мы сопротивляемся внутренним и внешним конфликтам. Ну и есть момент приспосабливаемости, да? Конечно, как момент, следствие, когда, да. Конечно. У кого-то она больше, тут же зависит от личности, опять же, кто-то может больше приспосабливаться, а кто-то, как, например, у меня был пациент, который переживал сесть ему на маршрутку сейчас, забитую, тревожный. Или ждать, когда придет. Ну это тревожная личность. Троллейбус, да. И вот из двух хороших, ну, в принципе, да. Он все равно успеет. Он не мог выбрать, что ему делать. И это приводило его к панической атаке. Угу. Вот, даже до такого доходило. В какой-то момент барьеры не выдерживают. Либо очень сильно большой стресс, либо очень много маленьких стрессов, которые накапливаются. И плотина прорывается. И человек переходит из состояния равновесия в декомпенсацию, а затем... если это и дальше будет продолжаться в том же духе, и в обрушение всех соматических, то есть телесных качеств и свойств организма. Значит, прежде всего ему нужно научиться просто осознавать это для начала, до психиатра, да? Если он научится осознавать, что вот так, в таком ритме он уже практически очень будет больной человек, и что-то попытаться с собой сделать. Безусловно. Это единственный выход, как можно на какой-то определенной точке успеть остановиться. Причем, что все в нашем организме, и я сейчас обращаюсь к людям, которые до последнего будут ходить и избегать психиатра, и ходить по терапевтам, гастроэнтерологам и эндокринологам, когда они ничего не будут находить, им не будут говорить, что вы просто плохие врачи. Конечно. И идти к следующим. Да. Так вот, когда вас, какой бы такой пример привести? Ну, давайте что-нибудь такое очень, не очень неприятное. Вас берут заложники-террористы. Да. И вот они говорят, пусть ваша семья соберет несколько миллионов долларов, мы вас отпустим. Вы думаете, ну, семья моя соберет. Семья, все, что они на Бали берут трубку, говорят, ой, а у нас нету денег тебе переслать. Ты думаешь, ну, ты приходишь в состояние компенсации, когда ты надеялся, ты в состоянии декомпенсации. Потом, проведя еще какой-то период времени у них в плену, у тебя появляется псориаз, у тебя появляется нарушение пищеварительного тракта, потому что у тебя синдром раздраженного кишечника, так называемый, бурлит, у тебя стесняет грудь. Остановись, хватит. Практически уже умер, да? Да, то есть у тебя рушится все, вся иммунно-эндокринно-нервная система. Все три системы. Все разрушилось.
И человек начинает страдать уже и соматическими расстройствами. А сам по себе невроз известен достаточно давно. Занимались ими многие психотерапевты и психиатры. Еще раньше выделяли основные три невроза. Это истерия, обсессивно-компульсивное расстройство, это навязчивости, и неврастения. Неврастения вообще достаточно широко описывалась даже в литературе. Она хорошо описана, да. Она красиво даже описана в литературе. Я очень часто своим пациентам советую и, наверное, нашим телезрителям посоветую прочитать, особенно тревожным личностям, и каждый узнает в нем себя. Я, к сожалению, не помню название произведения у Чехова. Там коротенький рассказ, может, вы мне подскажете, когда он чихает на лысину своему боссу. И вы не помните, Валерий Семенович, как называется этот рассказ? Сейчас вспомним. Если бы не было в начале... Вы мне подскажете? Да, вспомните, если сразу, скажете, да? Может, пока я буду рассказывать, вы вспомните, Валерий Семенович. Так вот, многие узнают в этом главном герое себя. На данный момент значительно больше представлено вариантов невроза. Это и острая реакция на стресс, и постстрессовое расстройство. И, наконец-то, уже объединили, потому что раньше в быту там, в того же Фрейда разъединяли соматику и психику, сейчас психосоматику соединили. Сейчас мы говорим психосоматика, да. Да, и это абсолютно правильно. Мало того, этот термин стал настолько в быту и так часто встречаешься, что даже от тех людей, от которых ты думаешь, ты почти уверен, что они не очень понимают, что, ну, это психосоматика. Я так тоже с этим сталкивался, да. Сижу в кафе, и тут рядом мальчик говорит, да у тебя психосоматика. Да. Я так поворачиваюсь, боже мой, откуда люди знают такое слово? Да, знаю, да, да, да. И депрессняк. Ты один такой умный, оказывается. Нет, там, оказывается, причем нет. Ребята, типа, студенты, знаете, явно не медицинского вуза. Истерия осталась, но теперь это называется диссоциативное расстройство. И ой, как обижаются на меня мои пациентки, когда я говорю, ну, вы обычная истеричка, ну что вы, ну, все у вас в порядке, этот ком в горле, это все, никаких у вас проблем с горлом нет, вы обычная истеричка. Как? Ясь? Вот, да, поэтому ты начинаешь, я сейчас вам скажу кое-что, но вы только не обижайтесь, вы не так все понимаете. А можно по возрасту как-то вот распределить, вот кто чаще в какую группу попадает? К нам большинство все-таки обращаются люди от 35 до 55 лет, и в основном это женщины. Ну, всегда женщины, всегда. Мне кажется, потом они приводят, если приводят, то они приводят мужчин. Да, совершенно верно. И, знаете, мне кажется, что просто женщины... И уже таких запущенных мужчин, таких тяжелых. Да, мужчины не хотят идти, потому что, елки-палки, у меня нету пойти время там с друзьями, нету времени пойти с друзьями в баре посидеть, а ты меня будешь еще, я должен потратить его на кого-то психолога, психотерапевта, я вообще не очень в это верю. Мало того, у меня с головой все в порядке. Да. Уверенность в этом, конечно. Просто а если, как до последнего существует. А если не в порядке, я вот сейчас съезжу в Турцию, в Египет, и отдохну, и все будет в порядке. Да. А возвращается, а ничего подобного. И все так дальше и продолжается. Наша нервная система, она по факту уже к этому времени напоминает, ну, вот как говорят, обнаженную нить, обнаженный канат, да? Любая следующая стрессовая ситуация снова вернет вас на те же круги, с которых вы пытались идти. Мало того, мы с Валерием Семеновичем будем во второй части говорить вот как раз о волнообразности, да, когда стресс, приспособились, вроде бы ничего, а потом стресс и маленький грипп, и опа, и опа. Мы об этом во второй части. Да, продолжаем про невроз. Основные, то, что по опыту уже, наверное, своему, мы в основном-то только с неврозами работаем, естественно, что к нам приходят и с депрессиями, потому что, как правило, человек самостоятельно не может определить, что у него депрессия или невроз. Не может, да? Депрессия? Нет. Человек, если это легкая депрессия, человек не может ее самостоятельно как-то отдифференцировать от невроза. Тем более, что если мы видим, что депрессия такая не вонючая, не злокачественная и, скорее всего, в ближайшее время не собирается ухудшаться, и суицидальных никаких проявлений нет, естественно, мы занимаемся депрессиями. Как только мы видим, что пациент находится в такой зоне риска определенной, то, естественно, что мы отправляем сразу же на стационар. Я перебью. Мы вообще-то
получаем колоссальное удовольствие от лечения депрессии. Колоссальное. Хорошо звучит, оптимистично. Нет, нет, нет. Я понимаю, знаете, о чем вы говорите. Ведь есть эндогенная депрессия, да. И вот ядерная так называемая депрессия, вот та, которую назвал Константин Валерьевич Вонючий, это действительно депрессия совершенно иная, чем невротическая депрессия. Невротическая депрессия тоже гнилая депрессия. Тоже это тяжелейшие больные, которые... Навскидку, разница между ними для телезрителей? Никакой. То есть только вы можете определить диагноз? Да, да. Мы и то, после того, как мы долго разбираем, когда мы изучим анамнез, то есть были ли ранее эпизоды депрессивные, по тяжести они могут быть одинаковы. И зачастую одинаковы. Но невротическую депрессию, ну, как вам сказать, мы наслаждаемся, потому что ею можно манипулировать. Угу, угу. Депрессия эндогенная, она стойкая, тупая, такая. Такая торпидная. Торпидная, это значит, да, да, такое... Да. Соматически уничтожающая пациента. Да, да, она, да. Извини, я... И он неподвижный, он неподвижный становится, да? То есть его невозможно никак... Во-первых, он не понимает, от чего у него, что с ним происходит, потому что ничего в жизни у него не происходило, хомячок не умирал. А угу. Тут ему плохо, ему вся жизнь становится серой, он смотрит на мир сквозь, ну, когда, знаете, на затмение смотришь, ты он делаешь... Он даже иногда не смотрит, он просто лежит тупо на диване. Он тупо лежит на диване, отвернувшись от всего мира, и ему в тяжесть даже подняться к холодильнику подойти. Да, да, конечно, это уже средние тяжелые депрессии, вот вы описали их картину. И там мы уже говорим о суицидальных каких-то желаниях, попытках и так далее. Так вот, основные, то кроме депрессивных каких-то таких явлений, основные наши нозологии, то есть заболевания, которыми мы занимаемся, это тревожное расстройство, генерализованное тревожное расстройство, панические атаки. И, честно говоря, это 90% людей, которые приходят. И психосоматика. Психосоматика. Психосоматические. Я просто хотел... Гамма психосоматических расстройств. Большая и... Очень разнородная группа крайне тяжелых больных, тяжелых, но тоже, да? Невротических. Угу. Все это тревога, которая просто перешла из ощущения тревоги, как тревоги, все мы с вами испытывали тревогу там перед экзаменами, она просто переросла в телесную тревогу, да, и вот какие-то боли. Я вот перечислял, Валерий Семенович меня в этом плане остановил, вы поняли, да, что они могут быть самые различные, начиная от жжения кожи, заканчивая... ощущение бурлящего кишечника. Ну, то есть, да. Совершенно разные и боли, и головы, и шапочка невротика, стягивающие ощущения на голове. Кольцо такое. Да. Истерония диссоциативная, например, как пример могу, это достаточно яркий такой, и я встречал в своей практике нередко. Перчатка, истерическая перчатка, это когда пациент не чувствует ничего на коже, в районе кисти и пальцев рук. Причем, что не чувствует он, если вы возьмете и попробуете поколоть, он будет говорить: ай, 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 перестал чувствовать. При любом поражении нерва, я не знаю, что это должен быть за искусный такой хирург, нейрохирург, садист, который бы перерезал бы каждое нервное бы окончание вот по этой кисти. Какая-то работа должна быть ювелирная. При любом поражении нерва будет идти: ай, больно, меньше, 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 ничего не чувствую вообще. А здесь есть четкий момент, с которого я перестала чувствовать. И я говорю, я перестала чувствовать, потому что чаще всего да. это у женщин наблюдается. А ком в горле, как такой истерический компонент, а при любых раздражениях или когда что-то идет не так. Ну, все правильно, а человек идет и ищет, и что у него с щитовидкой, отоларинголог, да? Отоларинголог, эндокринолог, щитовидка. Очень часто, и
это как раз затрудняет работу психиатра, когда мы имеем различного формы нарушенного сознания, и вот тут отдифференцировать, что это, эпилепсия ли это, шизофрения. Ну, шизофрения как бы быстрее справляемся, но множественные, мозаичные формы нарушенного сознания, они такие бывают вычурные. Вот я не забуду этот случай, когда одна из больных такого рода, она у нее муж достаточно состоятельный человек, и она вот в состоянии вот ссоры с ним, она выбросила все свои драгоценности. Боже, какой кошмар. Из окна. Но для нее это был подсознательный протест. Она протестовала против него. Но сознание отсутствовало полностью. И, да, и когда потому ее что привезли, женщины, которые выбрасывают когда драгоценности. Когда ее привезли, и мы ее осматривали, она находилась в состоянии психомоторного возбуждения и так далее, и так далее, и так далее. Трудно было с ней. И на следующий день она ничего не помнила. Ага, то есть стерто. Она все вытеснила из памяти. Вытеснение. Это защита, вот эта защитная реакция характерна для истероидных больных. Но красивый жест, правда? И, конечно, не нашли эти драгоценности на там, десятки, а может быть, сотни тысяч долларов. Хорошо. Это было вытеснено на следующий день, когда она пришла. Как вы ее вернули, вы ее в сознание, она потом вернулась? Она спокойно, я думаю, что компенсировала. Понятно. С помощью мужа эти понятно, драгоценности. Да. Да. Но сам факт, что вы ее вернули, она потом понимала, что она это сознание. Конечно, конечно. И то есть это фрагментарное вот такое. Вот это этим вытеснением вытеснение, она, да, она себя это спасла. На пике. Да. 2-3 дня она ничего не помнит. То есть организм спас себя от спас большего себя стресса. От переживания, да. И такие вот состояния, они характерны для многих нарушений сознания. И эти многие нарушения сознания как раз встречаются при ярких таких топовых таких неврозах. Даже при... Вот интересно составить таблицу топовых неврозов. Костя, сделай нам как-нибудь таблицу топ-неврозов. Да, 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 договорились. Да. Ну и ипохондрики. То есть Валерий Семенович говорил, что тоже огромный пласт. О, очень, боже, очень какие тяжелые, же это тяжелые, блин. Тяжелые пациенты. Тяжелые, да? Ипохондрики? А звучит-то как мило. Они вязкие, они торпидные. Это опять я торпидный. Да. Они... Представьте себе ситуацию. Человек живет в... ну, во-первых... К нам они приходят, когда они уже 4 года болеют, а то и 5. Вот представьте себе ситуацию. Вы живете в комнате. Комната имеет 2×2 квадрата. Вы еще и обставлена мебелью, причем так, по-богатому. Угу. И вы сидите вот в какой-то вот такой вот позе. Вы знаете о том, что если вы поднимете голову вверх, то вы ударитесь об потолок. Поведете руку вправо, ударитесь об люстру, влево ногой ударитесь об тумбу. И вы вот в такой вот позе, но вы привыкаете к этой комнате, и вы в такой вот позе живете 5 лет. И потом мы с Валерием Семеновичем разрушаем эту комнату, говорим, все, иди, лети, голубь. А он и за тут, эти 5 лет... И тут вы знаете, что очень часто... Он вас ненавидит. Он ненавидит и начинает писать. Начинает писать куда угодно, в различные инстанции, а последнее время в интернет. Какие негодяи, врачи, они разрушили мне эту комнату. Ну, фигурально выражаясь. Этот мир, да. Да. Мир, где было все расписано, где было все понятно, где не нужно было беспокоиться о том, что ты будешь делать следующее, потому что у тебя есть определенные ритуалы, определенные способы борьбы с твоими вот тревожными состояниями. И человек начинает бояться свободы, начинает бояться того, что он не болеет. И второй раз и наступает он начинает возвращать обратно эту свою комнату, свою эту потому что так конечно. Легче жить. Абсолютно правильно. Может, не надо было разрушать?
Да, что, ну, он не сам просит-то. Хорошо, если он не разрушает, что с ним? Отличие невроза от психоза, что он критичен. Он понимает. Это он, когда он на нас пишет, он не понимает, что мы хотели делать добро. Угу. А когда он живет в этом, он понимает, что он кастрирует себя. Он уничтожает свою личную жизнь. Он не либо видит кто-то красы. Рядом ему зудит, что надо, посмотри на себя, надо. И вот он вышел, пришел к вам. И... Они все равно понимают. То есть, когда человек, допустим, там берем обсессивно-компульсивный синдром, когда человек понимает, там, ну, допустим, у вас есть такая привычка. Вы, например, когда говорите, ну, главное, что получилось, чтобы не сгладить, раза плюнули. Человек проходит, как-то вот в прошлый раз мне слюны не хватило. Плюну-ка я еще раз, да? Ну, ничего же не будет, если я еще раз плюну. Плюну. Хорошо, если это произошло 10 раз. А если это произошло 2561 раз, и он это считал, то он понимает, что мне это очень мешает жизни. Я не могу спокойно ничего выполнить, пока я 3 раза не поплю через плечо. Невротики всегда понимают, что что-то с ними не так. Они тяготятся этим неврозом. И они самостоятельно всегда приходят к врачу. Другой вопрос. Что, оказывается, не болеть значительно страшнее, чем когда ты себе сам скальпируешь свою вот свободу, свою жизнь. Мы парадокс. Стремимся быть зависимыми. Парадокс. Мы делаем маленький перерыв на рекламу, и через несколько минут мы продолжим наш разговор.